Как обрезать вероники после отцветения? Сейчас жара, все очень быстро отцветает. Вот так берем и стрижем. Просто цветы. Вот здесь видите новые побеги, которые тоже зацветут. Цветы будут уже помельче, но все равно они будут. И достаточно скоро. Можно поступить путем радикальной обрезки. Совсем под корень вот так обрезать. Здесь я уже обрезала, смотрите, несколько дней назад, и оно уже пошло вот такими побегами. Самое главное, не забывать в этот период поливать и подкармливать, чтобы у растения было силы, питание, чтобы выдать вам новые цветы. Отцвести такие обрезанные растения будут до конца октября в этом году.